36 голосов решили исход выборов главы Алёкминска. Они прошли накануне. Параллельно с этим прошли выборы в Рюмхаинском национальном наследии. Подробности в материале наших корреспондентов. Повторные выборы в городе Алёкминске состоялись. Участковые избирательные комиссии работали с 8 утра до 20 часов. Общая явка составила более 42%. В целом население города готово было активно обозначить свою позицию. Как говорят, каждый народ достоин своего правителя. За кого проголосуем, так и жить будем. За хорошую жизнь в Алёкминске, чтобы что-то изменилось в хорошую сторону, чтобы пенсионерам было хорошо жилось. Итоги голосования были подведены после 20 часов. 3 декабря состоялись повторные выборы главы муниципального образования города Алёкминск, где приняло участие 3067 избирателей процентом соотношения более 42%. Из 4 кандидатов наибольшее количество голосов набрала Масина Альбина Михайловна. В процентном соотношении за нее проголосовало 31,8%. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алёкминск.